Все, ребята, пошел дождик, ветер начался небольшой. Вот. Он, видишь, я когда смотрю из окошка, классно видно эти цветочки. Пошел дождик. Слышите? Видите, как обшмонало тут все. Все пообшмонало. Теперь мне останется сюда только посадить другие цветочки, и будет мне счастье. Сейчас дождики пройдут. Да, ветер, дождик. Так еще и добротные пусты все. Сейчас там соседи на огороде были. Ой, сейчас намочит. Я с утра вот эту траву порвала, и все. С меня достаточно. Попарила полностью ноги в соли, в этом, как его, в йоде. И все. Сделала ингаляцию, напилась чая, сейчас лягу, посплю немного. И полежу, по крайней мере. Таблетки пить так не хочется мне. Эти таблетки вообще. Поэтому вот так вот. Открою только на проветривание. Приболела. Ну, бывает, бывает. Вчера намочилась, вот тебе и вся проблема. Плохо, плохо. Ну, ничего. Ничего, сейчас денечек отлежусь. Ну, просто еще, может быть, еще и физическая усталость. Знаете, как бегала эти дни. Быстро и то надо, и это надо, и туда надо, и туда надо. Погода плюс приболела, плюс физическая усталость. Сейчас полежу. Может, после обеда встану, да. Я там вырвала целую тачку горошка. Ну, понятно, да, прям с бодылями. Нужно ее перебрать, вот, и поморозить. Все. Сейчас просто буду валяться. Все, ребята, хотите посмотреть на мой обед? Вот такой вот у меня обед. Я особо не заморачиваюсь. Вот. Чай. Все в лоточках. Ну, не знаю, буду я есть это или нет. Ну, получается, картоху себе пожарила вон с луком. Что-то переборщила, конечно, с картошкой. Всего лишь две штуки, кажется, столько много. Огурчики классные, это мамины огурчики. В общем, получается, отлеживаюсь и отжираюсь. Ну, такой у меня сегодня день. Лечусь одним словом. Чай классный получается с этими. Ну, я без чая, просто варенье это запариваю. Обалденно. Вот так вот. Всем утро доброе. Здравствуйте. Сегодня у нас кушает Николай. Он и мне, правда, насыпал. Но я как-то не могу. Я как-то еще не готова по поводу кушать. Вот. У нас, я же говорю, вчера целый день провалялась. Доброго. Так, кто-то уже звонит. Вот. Что кушает Николай? Вот такое вот рагу там у него есть. Да, и да. Наша домашняя долма из этих вот, из листьев. Дякую. Свеклы. Ребят, честное слово, туплю, не могу ничего говорить, потому что я же говорю, я вчера целый день пролежала. Я вчера целый день это, Коля мне на ночь купил еще чайков, но дома не было вот таких. Ну, фармацитрон лучше, а цитрон не очень, а фармацитрон круче я беру себе. То и он вчера выпил, на всякий случай, и я вчера чаи только гоняла, то покушала, лежала, чаи гоняла. Вот. А у нас, девочки и мальчики, день рождения у Светы. Да. Да. Вчера было. Да, вчера было. Я вчера толком ничего видео не записывала. Поэтому, чтобы вы знали, у нашей Светы день варенья. День варенья. Да, день варенья было вчера. Поэтому мы еще раз ее поздравляем, правильно? Мы с ней по телефону поговорили, поздравили. Да. Вот. Если вы еще поздравите в комментариях, и она почитает, может быть, ей будет приятно. Угу. Да. Так что... Кто там спрашивал, как наши девчата в Турции? Все нормально. Работа, дом, дом, работа. Одним словом, семейная жизнь, да? Да-да. Работала 2 недели без выходных, да? Такая говорит, ну, сейчас вот у них там праздники вот эти, как байрамчик, как он там называется. Скажи, ну, сейчас сижу дома. Вот вам и вся эта самая. Якось так. Да, якось так. Ну, а что ж, семейная жизнь, что ж. Одно дело, когда у нас тут, то можно куда-то и завеяться, и где-то поехать. Да у них тоже, они выезжали вчера на море, да, типа шашлычок типа жарили туда-сюда. Ну, такое, короче. У Дашки то же самое. Дом-работа, дом-работа. Ну, правда,
не семейная жизнь, а в нянчестве. В нянчестве. Нянькает она собак. Своего Ринчика нянькает постоянно, блин. А еще и подкидывает кокошу. Тоже такой же этот. Такая же порода, то она частенько с ней сидит. Короче, Дашка наша в няньках. А я так чувствую, что они сейчас нянькать будут еще приводок, да? Угу. Не уследили, и, по-моему, наш Ричик с кукушей еще одних маленьких этих сделали. Французских бульдогов. Короче, как выяснилось, Даша нянька никакая. Она нянчила. В общем, немножечко вам из нашей жизни каких-то этих вот, вернее, из девчат жизни каких-то событий. Все. Коля кушает, едет, а я сегодня буду выбираться на улицу. Сегодня у нас солнышко. Буду идти выгревать свою спинку на улице. Буду малину собирать, такое, короче. Mm-hmm. Не знаю, может, вас с собой возьму. Но чувствую я себя отвратительно, конечно. Что, это телефон, да? Я же вчера вроде заряжала. Mm-hmm. Все, всем приятного аппетита. Кто кушает с Колей в основном? Я еще пока не очень хочу. Он мне взял, все равно насыпал. Это, наверное, мою порцию заберешь себе на это. Здравствуйте, давайте напиваться тоже есть. Я не могу, я не хочу, честное слово. Здоровье. Блин, я откуда вам буду еще чаю напьюсь. Хочу. Чай не помогает. Помогает. Все, всем. А я думаю, что так плохо снимает? Свет я не включала. Все, я лучше сейчас вам видео смонтирую какое-нибудь, бы ничего не делала вчера. Все, Николай уезжает. Я как раз ингаляцию делала. Вот. Это сейчас вышло. На улице сегодня не холодно, в принципе. Нормально. Сейчас хожу. Езжай, давай. Ой. А, там кто-то идет. Я закрою дверь, чтобы быстрее было. Вернее, забор. Татьяна принесет мне, они брали у нас сушилку. И что-то где-то прогайдалась вот эта сеточка маленькая такая, чтобы не просыпалась вниз. Вот. Давай, давай. Я закрою, иди. С Богом, все, давай. Да, принесет всю сеточку мне. Я хочу лук сегодня насушить. Вот. И будет нам счастье. Боня, тикай, 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 тикай. У меня сил вообще нету, ребята. Вот честно, вот прямо такое состояние, сил ноль. У меня начало в правой стороне, там, где вот легкая, как она, да? Легкая. Правая сторона, правая. Болеть начала. Походу я где-то что-то как-то. Вот, простудилась добротно. Сейчас закрою дверь. Да что туда? Молодец, какая я. Ну, это ж так. Знаете, я думаю, что все-таки это консервация еще. Оно жарко на кухне. А тут представьте, что такое жарко. Вон, видите, вот эта вот сушилка наша. Вот. Оно как бы жарко на кухне. Вот представьте, все парится, варится, жарится, шкварится. И горошек мой так вчера целый день не пролежал. Я ж ничего вчера целый день не делала. Сейчас надо будет взять его быстро перебрать. Вот, и тут ничего не убрали. Коля поздно уже приехал домой вчера. Я ж тоже ничего никуда не убирала. Сейчас освобожу тачку, вывалю горошек, переберу. Потом этот все соберу бурьяны и вывезу туда, на кучу к нам. И вот оно жарко, парка, и я на улицу выбегала, и чтобы подышать, чтобы же это самое. И оно уже мне дало это дело. Вот. А плюс еще потом под дождиком намочилось. И все. И вот вам и вся ситуация. А у меня что? У меня ж с легкими, ну, оно хроническое. У меня бронхит, во-первых, хронический. Вот. Он вроде его ему лучше стало. То есть не было у меня ничего такого. Вот я же говорю, АСД пила, и все хорошо. И было, в принципе, классно все. Ну, видимо, я же говорю, все равно у меня каждую весну, каждую осень есть проблемы. Я знаю, что типа вот мне нужно там пропивать какие-то таблетки, какие-то микстурки и все остальное. И как бы эта весна у меня вообще прошла боль-мень. То есть, ну, сравнительно с всеми веснами, будем так говорить, то эта весна нормально у меня прошла. Огурчики завязываются потихонечку. Подвязываются. Какая-то что-то не хочет туда подвязываться. А те уже подцеплялись. И как-то вот. А видите, ну сейчас вот думаю, лето, да хорошо, все такое, не уследила. В общем, не уследила, ничего страшного. Я думаю, что сейчас все меня попустит. Сейчас я немножечко попью всякие эти вот свои чайки, да, поделаю ингаляции, все будет круто. Все будет хорошо. Так, Татьяна пришла, походу. Цветушки. Прибежала Татьяна, я тут надо было выйти ее встретить. О, Свекуся пришла.
Где моя вишня, Татьяна? Ладно. Я понимала, я ее собрала после дождя, она вся гнилая в челе. Я это самое, вообще, я вся целый день провалялась, я болею. Ну, как это, что капец. Вообще, ребята, выгляжу я вот так, решила себя показать немножко. А то все время то-то, все-то это. Что там жарко тебе, да? Водички хочешь? Я сейчас налью. Болит в правой стороне, прямо вот под этим, под лопаткой так болит, что прямо так вот вдыхаешь и чувствуешь, как болит. И оно тянет, а что, ниже в спину, что ли, вот в бок, туда, под мышку, где-то вот так вот тянет. Фу, ну, в общем, как-то так. Я же лето на улице, я заболела. Ну, я говорю, оно все нагребало, знаете. Нагребало то, что вот эти события, во-первых, я очень сильно... Оно моральное состояние, понятно, да? Потом плюс то, что физически пришлось сейчас быстренько много и попахать. И плюс то, что не проследила за здоровьем, просто до вечера работала. Вечера что-то были в последнее время прохладные у нас. Вышло и ветер начался. И поэтому у нас так и получилось, что я не проследила, короче, со своим здоровьем. И все. И я молодец. Сама виновата, как говорится. В общем, мне нужно собраться понимать. Ветер на улице. Ну, тепло. Это хорошо. Сейчас что-то одену потеплее. Ну, как потеплее. Так, чтобы спина не продувалась. И все, и пойду. Наверное. Хотя сил вообще нет. Состояние такое, знаете, слабость. Ну, мне нужно собрать малину, дособирать уже вот эти, как они называются, смородины, вот эти все дела, потому что реально они осыпятся. Осыпятся, ну, это ж куда годится. О, не могу себе такое позволить, короче. И сегодня надо в сушилке, посушить перья лука. Потому что, ну, такие они уже огромные, такие, знаете, перья эти. Потому что, получается, по факту я сами луковички использовала для икры. А вот эти перья остались. Там есть, конечно, некрасивые, такие желтые, все. Я их все это чик-чик-чик. А вот эти вот более-менее красивые, их нужно пересушить. Для чего? Их потом классно можно добавлять. Вот так хлеб выпекать с луком. Их в суп можно будет добавлять. Вообще бульоны очень вкусные, классные, наваристые. Вот именно сушеным луком очень вкусно. Вот. Поэтому буду заниматься. Все, пошла что-то делать. Сейчас чай еще допью свою от простуды и буду дальше что-то думать. Ну что, ребята, доброе утро вам такое вот. Вот такое вот доброе утро. Варим варенье с утра. Моем банки, варим. Вот уже готовые банки. Вот это, короче, для ассорти распределено. Вот тут, короче, для заморозки. Вот это тоже для ассорти. Это все мыли, все готово, все туди-сюди. Ну, каже, показуй ты. Вот, зайка у нас приболела трошки. Все, ребята, доброе утро от меня. Олечка сегодня, конечно, еще хуже, чем вчера. Я вчера думала, что это предел всего. Не, нифига, сегодня тоже. В общем, сегодня принято решение пить антибиотик, потому что что-то я не вычухиваюсь, нифига. Вот, вроде проснулась, такое солнышко, классно, все. Вышла, водички попила, ну понятно, что дело все заложено, носы и не носы, и как начала болеть голова, и вот сейчас с головной болью занимаюсь, вареничко варим, баночки моем, вот что делать нужно. Сегодня обещала Татьяна прийти помочь, если у нее будет время. Она же тоже на днях, когда? Неделю назад болела, и тоже вчера позвонила, она говорит, у меня точно такое же было неделю, говорит, назад. А вот и я тоже первые пару дней пыталась так своими силами полечиться, а потом нифига. Амоксил, она еще у нас тогда брала амоксил, помнишь? Да, да, да. Амоксил делает вещь. В общем, короче, я нашла амоксил. И буду сегодня пить амоксил. Че, вареничка? Вареничка. Работать надо, блин. Самые такие классные на денечки пролетают. Вчера был день хороший. Ну, правда, то дождь, то не дождь. Но я вчера целый день, пару раз собиралась выйти на огород. Ну, оденусь, и такое состояние, все. Я, знаете, вот только ложишься и сразу впадаешь в какой-то сон. Организм требует сна.
Снег лечится. Ну да, ну так оно шо. Ну и в общем-то. Вчера, нет, что я вчера вышла, я же этот собрала. Вчера Коля приехал раньше чуть домой. По это самого ли. Он поливал кокушатами помидоры и этим, и огурчики. А я пошла, села там хорошо, оделась тепленько. И на вот эту ткань укрывную села. И собирала. Это типа крыжовника, вот. Это не ёшта. Ёшта, у нее шире листья большие такие. А это типа крыжовника. Вон, видите, только какой-то другой разновидности. Не на вкус это как крыжовник. Короче, мне еще нужно там собрать и вот это, и черную смородину, и малину еще дособирать надо. Ну, короче, много чего дособирать. Ну и потихонечку. Тут оставила малину для заморозки просто. А эту сейчас я буду вот это соединять с вот этим. Буду делать ассортишку. Ну, в общем, как-то крутимся по чуть-чуть. Сейчас надо готовить Николашу какой-нибудь завтрак, да? И а что там готовить? Будет можно ехать. Яйца пожарить и все. Да? Ну. Ты будешь готовить. Хорошо тогда. Ну, тогда хорошо. Вот. Тем более домашний я шортик. Вчера он попробовал парочку штуки. Да. Надо их тогда есть. Те, что тебе Танечка давала. Да, домашние они все равно на вкус отличаются. Даже если желток светленький, да. Желтенький, то все равно он, вкус у него другой. Да. Вот. Я не знаю, как вам передаться. Что, не влазит банка, да? А у нас баночки разные, видите? Всякие странные разные баночки. Ну, какие нам отдавали. Да, такие мы и брали. Да? Да. Ну, еще ж мама все пришла, поменялась тоже на банке с закрутками. Куда-то влазит вот такая вот. А куда-то, видите, не влазит. Поэтому вон, вот так вот. Ну, в общем, зайка занимается. Я пошла видео домонтирую. Я сейчас настаю, у меня прям руки трусятся, блин. Такое состояние. Слабость и головная боль. Вот тебе и Олька, да? Летом решила заболеть. Вообще уж. Да, а что робити? А что робити? Организм сказал, все, отдохнуть тебе нужно. У вас же все, хватит, хватило? Да. Сколько у нас получилось? 2, 4, 6, 8, 9. 9, да? 9. Это я думал, будет 10. Ну, там у нас осталось 2 ложечки. Ну, я там и, наверное, и буду ассортишку делать. Ну, посмотрим, короче. Сейчас всем будем дальше заниматься. Вот это все красоты мне еще перемыть. Надо перечистить вот это вот. Домыть, дочистить, вернее, и проварить. А уже Коля вечером приедет, а закатает. Вряд ли у меня сил хватит катать эти банки. Сейчас у меня такие состояния, что даже руки тяжело поднимать. Татьяна, если придет, ну, помогать, то посмотрим. Я сейчас еще Максима выпью. Мне что-то сначала скушать, чтобы выпить, а Максим.